Европейское командование США представило карабахцам 40 тонн гуманитарной помощи. Военный атташе США в Армении Кевин Стил и представители Офиса оборонного сотрудничества посольства передали свыше 40 тонн гуманитарной помощи людям, перемещенным из Нагорного Карабаха и нашедшим пристанище в Ванадзоре и близлежащих общинах. Помощь, которая включает кровати, матрасы, мебель, детские коляски, одежда, предоставлена в рамках программы гуманитарной помощи Европейского командования США.